Всем привет, ребят. Думаю, вы, в принципе, уже заметили. Я забрал все-таки пак последний в хрустальном сундучке. И вот такой вот мы имеем скин. И такого вот питомца. Питомец просто обалденный. Сейчас я вам покажу питомца, а потом уже отдельно покажу вам скин на героя. С вас, ребята, лайкосики. Как обычно, первая инфа. Все для вас. Так, что мы имеем? Вот такой вот питомец активируется, когда герои атакуют. Наносит 5 целям 340% урона. У меня уже 5-й скилл. Понижает скорость атаки на 45%. Ребят, 45% это дофига, практически уже в 2 раза. Также, если герой умирает, призывает тень, которая имеет 7-й разброс на 15 секунд. И думаю, вы не знаете, почему стоит именно на Анубисе. Я уже заметил прикольную фишку, и сейчас вам ее просто покажу. Вы, честно говоря, офигеете. Это просто жесть, ребят. Давайте так, со стороны стрелка нападем. Сейчас увидите. Ай-яй-яй-яй, не увидите. В общем, в чем суть данного питомца? Когда герой умирает, питомец, как вы поняли. Так, как это нам так, чтобы Фрея? Давайте поищем, раз то без Фрея. Питомец выпускает тень. Сейчас вы увидите очень веселую вещь. Я, честно говоря, в шоке с этого всего. Ну, давайте тут затестим. Поехали. Вот смотрите, выпустил я Анубиса. 2, 3, 4. Ребят, посмотрите на вот это. 4 тени с 7 разбросом. Это просто жесть. Они просто тупо не дают зарядиться героя. Герой не зарядится вообще никак. Сейчас попытаемся найти стрелка. Посмотрите на примере стрелка, потому что именно стрелок имеет набор. Ну, в общем, вот так вот. 15 секунд каждая тень. Так, ну надо стрелок с краю. Я, честно говоря, в шоке с этого всего. Жалко, конечно, что питомец донатный. Возможно, его будут давать, но даже первого левела он уже будет офигенный. Конечно, единственное, там не все бонусы будут. Так, ну надо кого-то найти с воодушевлением хотя бы. Так, тут у нас Фрея. На Фрея не хочу тестировать. Так, где-то есть Афина. А, вот, смотрите, вообще отлично. Вот у нас есть стрелок. Выпускаем Анубиса. Вот раз. Посмотрите на стрелка. Ну, Анубиса моего убили, видите, все-таки смотрите. Посмотрите на стрелка. Тень просто не дает ему зарядиться. Получает, конечно же, отражалку, но посмотрите, стрелок не может выпустить. А представьте, этих теней будет 4. Просто нереально. Даже одной тени уже хватает. В общем, обалденный питомец, как по мне, очень, очень и очень четкий. Сейчас мы пойдем еще пооткрываем плюшки. Но я, честно говоря, в шоке с этого всего. Так, Некрос, Хранитель. Асура, Фрея. Ну, Фрея, они затянутся. Вот именно на стрелке очень хорошо заметно видно. Фрея, Хранитель. Ну, можно просто показать вам. 4 штуки, ребят. А чего они получают отражалку? А, наверное, посмотрите, что они делают. Это жесть. Фрея просто... Да, ребят, вот так вот. Притом они понижают. Это... Я не знаю, что будет дальше. К чему идет игра, но...
Напишите в комментах, что вы думаете по поводу этого питомца. Нереально крутой питомец. Сейчас я посмотрю, может, он в какие-то уже новые бонусы входит. Ну, вроде нам ничего не писали об этом. Не, пока нету, но думаю, скоро будет что-то интересное. А, так, что у нас тут за плюшки надо забрать? Так, окей. Поехали, пооткрываем плюшечки. В общем, блин, питомец обалденный. Не знаю, наверное, будет юзаться везде, даже на том же самом. Ну, архидемоне не знаю, но как вариант. Так, окей, давайте пооткрываем это все. Вот так вот, видите, сразу же. Не понял, что, все сразу открываются, что ли? Что это было? Что-то меня так перекинуло в начало. Так, ремочка. Да, вот, наконец-то они улучшили это все. Смотрите, как четенько. Вот еще одна неплохая, интересная тема. Сейчас посмотрим, или на большее количество. Вот, психощит получили, ребят. Просто получили психощит. Так. Это интересно, это очень интересно. Так, это третье. Давайте что-то интересное такое. Давайте сундучки открыть. Да, открывает сразу все, отлично. Ха, интересно, как же будет с картами. Карт у меня, конечно, нету столько. Блин, жалко, нету столько карт, чтобы проверить это все. Но тема офигенная. А ну-ка, сундуки гильдии. Да, видите, вот оно дооткрывает все. Угу. Вот так вот, ребята, оно открывает по 10. Прикольно. Реально весело. В общем, ребят, с вас лайки. Вот так вот. Обнова вот в этом плане мне нравится. Намного проще теперь открывать все. Себе взял, открыл. И не паришься. Какие тут еще ресурсы? Например, вот эти. Давайте посмотрим. Вот оно по 10 сразу же автоматом открывает. Прикольненько. Интересно, как карты героев будет открывать. Надо будет проверить это. На основе. А ну-ка, эти рунки. Ой, это я, наверное, зря делал. А оно не дало, потому что места у нас не хватит. Так. Мешки с огнекрылом тоже подкопим. Так, ладненько, поехали. Что мы имеем? Пятую эмблему. Ну-ка, питомцев посмотрим, как открывает. Вообще супер. Смотрите, как круто. Отлично просто. Не надо будет сидеть, блин, полчаса теперь щелкать. Вот за это реально большой-большой плюс. С обновы. Так. Ну что, поехали. Вот такие вот у меня новые сумочки. И сейчас мы их будем, ребят, открывать. У меня их есть 5 штук. Надеюсь, отсюда еще упадут питомцы. И скины, видите, можно скин Риббита и того же самого Огнекрыла получить. Поехали. Открыть один. Не хочу 5 открывать. 5 осколков нового героя. Вот, отлично. Вот эта эмблемка, она будет просто супер. Еще огнекрыл. И 10 героя. И Риббита начало у нас есть. Так, а ну-ка, интересно. Давайте посмотрим сейчас еще, как открывается все остальное. Но это реально очень круто. Так, о, питомца. Не, не могу еще апнуть. Чуть-чуть не хватает. Так, а ну-ка, интересно.
Вот давайте вот эти вот. Вот у нас есть тут некрос. Поехали. Открыть все. Вот он у себя по 10 открывает. В принципе, вообще отлично. Каждых 2 секунды считайте. Вообще супер. Вот это кайф. Такс. Вот это мне нравится, ребят. Действительно, вот. Блин, круто. Так. Что у нас тут такое еще интересное есть? Ну-ка. Я... А, видите, это так не дает открывать. Так, ну. Открыть все, типа. Ну, это плюс. Вот в окошке вы себе нормально все видите. Не напрягаетесь. Так, это у нас сумочки. В общем, вот так вот, ребят. Так, что у нас по эмблемам? Смотрим. Эмблемки. Так, надо посмотреть. Пятерки. Так, отлично, делаем пятерку. По урону, как видите, урона не особо много. Так, тройка нету, четверка. Так, смотрим самые эмблемы. Так. Где там они? Вот они. У меня есть четвертая, пятая и шестая уже есть. Вот так вот. Так, а ну-ка. Ну все, в принципе, думаю, вот так вот. Новый питомец, блин, офигенный. Офигенно сделали все. За это прям большой, огромный плюс. Единственный минус — это то, что он донатный. Но в играх без этого никак. Поэтому... Обязательно, если только будет он где-то на халяву, обязательно его забирайте, потому что питомец очень обалденный. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.